Мороз и солнце. День чудесный. И еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Пора браться за дела. Да, друзья? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ирина и канал «Цветочная симфония». На улице шпарят морозы. А у нас растюхи чувствуют весну. Поэтому все режем, черенкуем. Ну, немножечко покажу все-таки, что есть. Ну, как есть? То, что есть у меня в коллекции. Давайте начнем, как говорится, с окошка, да? Так, это муку... А куда я делала название? Ага, это псевдолюберти. Вон она. Я тут обрезала ее и воткнула еще несколько черенков. Хочу попробовать посмотреть, что получится. Без корней. Втыкала, поэтому будем наблюдать. Так, это макулата, вся, как говорится, верхушки сняты, начала уже оживать, расти. Сегодня поставила вон туда на фитильный полив, мне больше нравится, потому что окно, солнце, когда выходишь, парит, так что через день поливать приходится. Плюс батарейки все-таки сегодня, о, сегодня какие хорошие, включили, вчера еле-еле были. Так, Краклин Роуз тоже, вон, ну, если так понятнее, да, ставлю на фитилек. Очень хорошо кейны с плотными листами отзываются на фитиль. Ну, единственное, что нужно все-таки нарастить корневую систему хорошую и грунт для фитильного полива. Все, тоже порезано, потому что была огромная, у меня вот низко очень вот так окна открываются, а я их постоянно открываю. Да, там, друзья, смотреть не стоит, потому что морозы, холодина, мы там не будешь. Хоть и этаж высокий, а тут дожди, ветра, тут окна вымазываются быстрее, чем когда я жила внизу. Поэтому я уже устала их наяривать, намывать. Нет, уже весной. Не до этого. Вот у всех проблема сейчас. Все смотрят на свои окна, и когда видео снимают, и видят, что какие они грязные. Ну, куда деваться? Внутри помоешь, а с этой стороны грязно, ну и фиг с ними. Потом. А, покажу. Чем мы прям про окна? Нужны они там, да? Всему свое время. Красота. Не резала еще. И у меня на нее много предоплат, поэтому пока не предлагаю такой сорт. Так, это, по-моему, с ее. Сейчас, подождите, я подниму. Где-то палочку я вытащила. Ага, вон она с ее. Такая красота. То есть зимой, даже без солнца на окне. Цветет бесконечно. Вот молодец сорт. Ну, растет медленно. Хотя обычные, казалось бы, вот такие зеленые листочки, да, ничего особенного. Думаю, да что ж не такое особенное. А оказывается, вот это цветение, грозди цветов, легкое. Легкое на цветение, поэтому с удовольствием ращу этот сорт. Так, из новых у меня Юлия. Так, свет, знаете, как от окна пытаюсь уловить. Значит, смотрите, когда очень светло, листья становятся с краснотой. Ну, вот со временем увидите, да, пока они зелененькие. Пока зелененькие, вот такие крылышки, как будто у птички. Все. Поставила вот так, видите, белые горшочки. Но я как-то показывала, эстетичнее смотрится, как-то поприятнее. А кашпо можно, вернее, горшок можно поставить вот для такое белое кашпо. И получается нормально. Так, пару дней назад решила свой фикус, вот такой самый обычный. Не помню, как называется, надо читать. Короче, Бенджамина. Все, поставила на окошко. Что-то он у меня возле стеллажа начинает цепать листья. Клеща нет. Но видно, ему как-то скучно стало. Попросился на окошко. Ну, посмотрю. Так, там у меня кое-что на укоренении стоит. Здесь. Так, давайте вот так. С этой стороны. Вот так я покажу, как это выглядит. У меня такой столик запасной есть, который разбирается. И пока на столике. Поставила свои агланемы. Некоторые со стеллажа забрала. Решила попробовать поставить на окошко. Почему? Не на окошко, а рядом с окном. Но все говорят, что им света мало нужно, тем более зеленым. А они в лампу уже начинают упираться. Боюсь, что испортятся листья. Поэтому поставила. Вот они с месяц у меня стоят. Вы знаете, великолепно себя чувствуют. Так, если по сортам... Ага, тут еще нужно все сорта найти. Так, это у нас Утлас. Офигенный лист. Мне так нравится вот такой длинный. Вообще прелесть. Так, это мадам у нас Перл, да, называется. Все пересажено в свежий грунт. Перевалено, пересажено никак. Так, сейчас, подождите. Ой, это у нас Сильверада.
Поливать, кстати, здесь часто не приходится. Вот немножко дальше от батареи и все. Ну, раз в неделю максимум, а то и реже. Так, это мадам наша, вот так называется, Джубили, наверное, да? Вот такая зеленушечка. Вообще, как бы я начала влюбляться в Агланем. Никогда раньше не думала. Ой, думала, кроме фиалок ничего не существует. Ага. Так, это мадам не подписана. А, потом найду название, не знаю. Чего-то как-то бывает такое, что пропускается. Там порезана у меня Comte de Lesseps, если я правильно произношу. Была огромная, решила я и все-таки верхушку снять, потому что заваливается. И поставила на укоренение, очень много будет деток. Так, сегодня перенесла сюда вот эту красивую. Не знаю, хватит ли ей света, потому что это личерет. Все-таки с красным листочком, да, частично прожилка красная. Ну, посмотрим, как хватит, не хватит. И гибискус липолистный. Никак я ему места не найду. Капризничает периодически. Очень красивый. Говорят, что он даже цветет. Но у меня терпения не хватит. Я его порежу обязательно. Скинул сильно лист прошлогодний. Возможно, знаете, как листопад на деревьях бывает. Старые листы все поскидывал. Вот так вот мне выдавал белые. Я обрезала, опять начинает выдавать белые. Не знаю. Хочу снять верхушки. Укореняется у меня сложновато. Ну, безумно красивый лист, конечно. Ну, решила попробовать возле окошка и тоже поставила на фитиль, потому что, ну, не успеваешь поливать, он пьет, правда, как лошадь. Это такой гибискус, который... Вообще гибискусы все хорошо пьют. Такая красота. Прелесть, да? Ну, и на окошке вот так это выглядит. Кстати, когда белые горшки, как я уже говорила, это эстетичнее смотрится, поприятнее. Да, штор у меня здесь нет пока. Пока мне такой необходимости нет. Дом напротив далеко. Я не страдаю. Мне светло, хорошо. Восточное окно. Но сейчас солнце заходит. Ну, вернее, всходит. Здесь как бы в стороне. А уже летом оно всходит прям сразу в 4 утра. Весь зал в солнечном свете. Как говорится. Так, и перейдем на стеллаж, который стоит в этой же комнате. У меня тут сегодня опять перестановки. Ну, люблю я, да, туда-сюда тасовать. Люблю в пятнашки играться. А все полочки у меня заняты. Немножко места еще свободно. Но это со временем все, как говорится, заполняет цветы. Поэтому будет очень-очень тесно. Пока еще место у меня есть в запасе. Так, начнем сверху. Папоротник. Ага, вспомнить бы какой. Я сюда поставила. Вот так он называется. Фалката. Не буду я ломать язык. Красавчик, короче. Вот такой у меня красавчик. Все пересажено в свежий широкий кашпо. На верхнем поливе он здесь. Поставлены здесь калерии много. Они уже на целый год здесь поставлены. Все, большие высокие кусты. У меня специально высокая полка с подсветкой. Будут до потолка. Любят они тянуться. Тем более на фитильном поливе они, конечно, тянутся посильнее. Но цветут намного лучше. Он первый зацветает. А там что, мексиканский тушкан зацвел, да? Сейчас я его увеличу. Обожаю этот сорт. Как это? Так, а это что? Цветет. Сейчас, подождите, я тут найду. А, Distinguished Hillover. Вот видите, какая красота. Все, начинает зацветать. Все, он будет цвести, цвестеть, постоянно цвести. А только, единственное, они любят покушать, поэтому здесь на чистой воде далеко не уедешь, поэтому удобрения надо добавлять. Крис под бегония. Воротничек. Ковая, да, по-моему, называется она еще. А вот, раньше была, давно, много лет, потом ушла от нее, ну, вернулась. Нравятся мне вот эти волосатые ножки. У меня еще такой сорт есть, темно-темно-коричневый лист. Ну, там я ее что-то дотянула. Недавно пересадила, посмотрю, что он там выживет у меня или как. Такие красивые листья. А на верхней поливе, ну, там тоже баночку поставила, так вот чуть-чуть, чтобы водичка слилась. И потом добила, потому что так как здесь все на фитилях, вот два растения, их надо не забывать поливать периодически. Ну и вот такие емкости. Конечно, желательно бы все это было белое, красивое, эстетичнее, да. Но вы знаете, столько цветов, что на все горшков не хватит. И для работы только на горшки, на одни неинтересно. Так, сюда пошли у меня на этой полке у меня синимги и мини-синимги. Их пока немножко. Сегодня это все делала сегодня на фитилек поставила. Плющи переставила с 2-литрового контейнера на вот такие маленькие, потому что 2-литровые нужны на эписце, не хватает, мне все закончилось. Поэтому я тут сегодня пошурудила.
Немножко вам так покажу. Некоторые я порезала все-таки хидеры. Хидеры – это плющики, да? Растут медленно. Вот эти красивые новые сорта, ну, до того и медленно растут. Прям кошмар. Но я знаю, что беспроблемные растения укореняются хорошо. Расти потом на фитильном поле будет прекрасно. Это уже года 2-3 у меня этот сорт. На фитиле они показывают себя супер просто. И вот такие из-под сметанки баночки. Вот такая красота. Вот такая фитильная емкость получается. Все равно в белых прозрачно видно немножко, где тут уровень воды. Нормально. Тем более тут на 40 сантиметров полка стеллаж. Поэтому удобно работать. Удобно заливать, поэтому проблем нет. Места еще немножко осталось, потом доставлю еще другие растюхи. Здесь у меня хоечки стоят, у меня их не очень много. Ну, без того, чтобы загубить какие-то, так не бывает. Одна у меня стоит на окошке, на фитильном поливе, который цветет постоянно. Вот, а эти красотки маленькие. Лиза уже третью загубила, опять залила. Ну вот, вот как-то так. Эти выпускают усы, пока ничего не резала. Подожду, наверное, все-таки усы. Пусть... Вот видите, они обрастают листочками. Пусть они обрастут и попозже уже буду черенковать. Черенкование у меня вроде бы нормально получается. Ну, посмотрю. Мне нравятся вот эти разноцветные листья. Я покупаю хои не из-за цветов, а из-за рисунка листьев. Мне нравится, что они вот такие красивые. А стоят у меня на матах. Вот такие для рассады всякие штучки разные бывают. Я в них вырезаю полностью дырку, чтобы горшок точно стоял вот так на матах. Но он поливаю сверху, вода лишняя сливается, потом они допивают. Мне так удобнее и комфортнее. Это, как говорится, мой способ полива. Ну и немножко других растений. А, помните, такой сорт есть красивый, который я вечно говорю, я пока не продаю. Даунти спрей спорт. Вот. Спот. А это, и причем тот спорт получается растение, а это получается как бы по сорту оно было. Оно растет быстрее. Сколько я раза три его покупала, выдал мне все-таки зеленые ветки, приобретали у меня в том году. Красивая форма листа, мне нравится. Я тут начеренковала много в один горшок и хочу, чтобы он у меня дальше рос, потому что, ну, больно красивый, неприхотливый. Вот, варигатная форма у меня тоже есть, уже с третьей попытки купленная. Ну, боюсь даже трогать, там красивый куст, прям пока не трогаю, так сказать. Калатея White Fusion. Да продавала до такой степени, что себе осталось. Вот что-то белая какая-то форма на листы нижние скидывать. Ну, пошли вроде нормальные листики. Вот, и осталась вот такая форма. Я решила себе ставить две разные. У меня White Fusion мелкая форма все-таки. Я поняла, что надо разные линии, наверное, покупать. Все-таки у меня такой... Хорошо дают деток, но куст пышный получается, но небольшой. Знаете, как бывает мини там и стандарты. Вот что-то в этом роде. Не знаю, от чего это зависит, но, по крайней мере, так. Там кемферия, новое растение у меня, которое постоянно цветут. Убирала вот сегодня цветоносы. Цветут постоянно, раза 2-3 в неделю точно снимаю. Фиолетовые цветы, но однодневки. Так, это колотейка какая-то, сейчас скажу, какая. Shine Star. Вот, выдают мне штучку одну. Колотейки в этом году что-то они там не очень быстро растут. Особенно вот такие всякие пестролистные. Медлительные красотки. Так, старый куст у меня веселая метелица ДС бегония. Я вот этим крутила. На верхнем поливе, видите, старый куст. Я тем более снимала листья для размножения. Года два точно в этом грунте. Ничего не делается. Все нормально. Так, здесь Raspberry Breeze бегония пересажена. Здесь сорт, не помню, как называется, никак еще не адаптируется. Я еще его высушила, сегодня поливала. Вот так называется. Постулат, наверное, как-то так, да? Нет. Как называется? Пекталифида. Вот. Пекталифида. Своеобразный. Такой вот интересный лист. Ну, решила попробовать. Вроде бы рос-рос, но я его умудрилась сегодня подсушить. Пересадила недавно, да еще и подсушила. Так, там, по-моему, рождение огня. Не буду искать название. По-моему, да, завеска. Большие это горшки. Друзья, не стоит такие сажать. Даже... О, листик не увидела, походу. Даже я умудряюсь их заливать. Так, эти плющики у меня первые, которые я достаю, какие укоренились. Разные сорта.
начинаю доставать на свежий воздух. Здесь сделано так же самое. Мат поливаю сверху, вниз, что слилось, потом допивают. Все, место приготовлено для следующих. Это Хидера покупала в магазине. Не помню уже, где покупала. Короче, где-то в магазине. Хидера Хеликс. Вот, посажена, пересажена. Черенка овала, по-моему, вот даже черенки от нее. Вот первая. Все, растет хорошо. Я как-то видела в одном обзоре у девушки, не буду говорить, где живет, неважно, на улице вот эта хидера растет. Все, там забор оплетает, красота неописуемая. Вот, нравится. Так что имейте в виду, у кого там юг, можно и на улице выращивать. У нас, конечно, нет на улице, это все замерзнет. У нас Волгоград, юг югом, но не до такой степени. У нас вон сейчас морозы, 16 где-то приблизительно, для нас это немало. Вообще немало. Так, ну и сейчас пойдем вниз. Я тут попытаюсь показать, что я тут еще натворила. Так, кимфирия. У меня их 4, по-моему, сорта. Или 3. 3, по-моему. У них лист будет очень красивый расписной, но больше света надо. Вот видите, какой красивый. Я думаю, что, наверное, туда ближе, ну, уже более яркие окна, когда будут, солнышко побольше. Возможно, я на окошко поставлю. Посмотрю, не знаю пока. Растут беспроблемно, и это не относится к ароидным, там у них совсем свое другое семейство. Если в условиях природы, то они после цветения отмирают. Если подсветка, то они прекрасно растут дома, кустятся, деток мгновенно дают. Понравилось растение, интересное, сочное такое. И расписные красивые листья, вот видите, другой сорт совсем. Красота, да? Кстати, вот этому сорту вообще все равно, какая лампа. Лампа, не лампа. Вот видите, листики портятся после цветения, потом постепенно убираю. Ну, сейчас пробую и колотейки, и кимфири, ну, разные растения. Все-таки мой любимый фитильный полив. Я какие-то растения готовлю к лету и стараюсь поставить на фитильный полив, потому что иначе я не буду успевать поливать. Мне уже все равно, что много мыть посуды. Каждый раз я ее перемывать не буду, поэтому мне нужно подготовиться максимально к нашему сезону. А у нас начинается раньше, а можно сказать, что он у меня в этом году и не заканчивался. Вот. Так, это кто? Варшевича капризничает. Замучила. Сегодня пошла жить на фитиль, не знаю, что будет. Я вечно то завела, то пропустила. Поэтому как-то так. Так, Барсала Люкс Бегони, там тоже кемферия. Я вот видите, сухие листочки. Вот она меня подсушивает, когда я ее неравномерно поливаю. Вот, поэтому мы сейчас будем другим способом выращивать кемферии. Посмотрим. Так, это у нас Миста, по-моему, да? Кто бы сказал? Нет, Макаяна, я их путаю. Вечно. Макаяна, там Амагрис, Ктинанта, там кемфери тоже. Вот, пошла на фитиль, у меня бегония порезана. Сейчас скажу, Батайс. Был огромнейший куст, начеренковала много деток будет. Бесподобно, красивая. Бегония посадила тоже. А, или она разрослась, или посадила. Нет, разрослась она у меня. Вообще, кельны хорошо живут и растут на фитильном поливе. Прекрасно. Там маленькая детка Варшевича, Амагрис еще. Так, арбифолия. Была огромный куст у меня раньше. Ну, я его рассаживала, рассаживала. Потом проблемка у нас была одна, там мы с ней боролись. Ну все, теперь деточка пошла в рост. Со временем у него лист сразу в 4-5 будет крупнее. Ну, постепенно, подрасти надо. Так, Розепикта люстрис. Вот с розовыми они растут медленнее. Так, сейчас, подождите, я подлезу туда. Какая у меня здесь колотейка? Так, Розепикта. Роза. Розе, наверное, розе. Наверное, Розепикта розе. Вот. Так, это что у нас? Подождите. А что это у меня не подписанное? А, это арбифолия тоже. О, дошло. Бывает, задумаешь, как? Да я не ошибусь, я же помню, как они выглядят. Ага, а потом бах, и ё-моё, как же тебя зовут? Так, это кто? Колотея какая? Это у нас Yellow Fusion. Красота моя, обожаю такие. Так, это кто? Зебрина, да? Зебрина, которая? Сейчас, подождите, я тут... А, тут даже не подписала, засранка. Ладно, это зебрина, которая... Я покупала в этом в оранжерее, она меня замучила. Выпускает хорошие листья, потом начинает портить. Выпускает хорошие, потом начинает портить. Вот она мне сегодня пошла на фитиль, попробую так. Потому что мы с ней не можем договориться. Красивые-красивые кустики. Я чуть подсушила, все, она закапризничала.
Так, постепенно вот эти плохие листья уберу. Сейчас пока не буду, потому что нужно, чтобы фитильный полив, пить будет много, чтобы не захлебнулась, нужна испаряющая поверхность. А вот, поэтому нам нужна листовая масса. Так, это, сейчас скажу, кто она тут. Белоперунья вариегатная. Вот такая красота. Надеюсь, будут детки. Посмотрим, черенковала. Что-то выжила, что-то засушить умудрилась. Как всегда. Так, все, стоять, бояться. Вот такая прелесть. Так, что у меня тут еще рядом? Сейчас я приготовила. А, циперус вариегатный я хочу сюда поставить. Только я думаю, куда-нибудь его повыше. Я что-то боюсь, что его кот у меня пожрет. Почему? Потому что когда-то авокадо сажали с косточки. Он так хрустел, он всю поросль вот такую жесткую, он все сожрал, гад. Поэтому я думаю, циперус вариегатный у меня пойдет повыше. Вот, сюда вниз колотеи. Колотеи у меня стоят давно внизу. Он их не трогает. Он обожает эти, сейчас скажу, турбергию. Обожает калерия, просто его сносит. Он их ест, как не знаю что, как не в себя. Приходится ему какое-то жертвоприношение делать, ставить вниз какую-то из них, чтобы он ел. А, и гибискуса может подъедать, вот прям любитель. Но там с гибискусами сложнее, на кухне сейчас они стоят на балконе, кухня, которая закрывается, он туда не ходит. А вот когда спальня, там балкон, он их просто жрал втихаря тогда, когда я не видела. Так, это кто? Это кто, это кто? Пиктурата. О, я ее долго растила. Она мне такая малипусенькая была, в подарок когда-то положили. Еле-еле-еле я ее вытянула на приличный размер. И вот она такая хорошенькая. Кстати, вот это без каприз практически, можно сказать. Ну, нет, которые низкие, у меня все пошли сюда. Вниз на фитильный полив. Так что коробки я отсюда убрала. И сейчас немножечко их тут подвину. Рядом что-то будет стоять. Вот. Я тут еще решила поставить сегодня колотеи Network. Не знаю, у кого они там быстро растут, такие колотеи. У меня как-то нет. Вот она, росла, росла, росла. Но я ее вечно прозевываю, полив. Начал выдавать более крупные листья. Вот, ну, сегодня пошла вместе со всеми на фитильный полив, потому что хочу шикарный куст. В нашей жаре, какая бы влажность в квартире ни была, все равно тяжеловато. Хочется красивые листы, не испорченные. И хочется, чтобы мне меньше с этим голову морочить было скоро. Место надо на стеллаже для других растений. Вот, которые можно просто сверху поливать. Ну, на детвору, на всякую, да, для вас, которую я выращиваю. Вот, поэтому мои кусты пошли на фитиль жить. Это ожидаемо, потому что я обожаю фитильный полив. Это мой способ. Вот. Вот так это все выглядит. Здесь мне ничего не мешает. Никто здесь их сейчас подвину, тут немножко не мешает. Дверь тут прекрасно закрывается. Вот она все. И красота получилась. Все вот здесь подвешено мне вот таким способом. Мне так даже понравилось. У меня еще остались вот такие крючки. Я буду еще в других местах так вешать. Тогда не наклоняется горшок. И когда поливаешь, не выливается с него. Здесь вот она под наклоном. Пока так висит. Ну, там горшок ставлен. Поэтому попроще. Да, бывают горшки очень быстро ломаются. Сегодня подергала руками, сломала. Ну и фиг с ним. Вот, пока так. Меня все устраивает. По-моему, получилось неплохо. Конечно, эстетичнее, когда это все беленькое. Ну, куда деваться. Вот что есть, исхожу из того, что имеется. Все, друзья, наверное, буду закругляться. Обзорчик получился. Вроде думала быстро-быстро, но все равно вон уже 23 минуты. Даже больше будет. Все, красота. У меня два куста циперуса. Хочу посмотреть. Один пока на верхнем поливе. Тоже вечно засушиваю, надо поливать его. Я так понимаю, что он очень любит попить. Но он может, кстати, вместо вот таких, вот видите, вот какие красивые листочки, а выдают зонтики. Вот полосочки, а может быть вообще зеленый. И вот они как бы в перемешку получаются. Вот, а большой у меня даже цветет. Зонтики сверху. Такая красота, понравился. Потому что я видела в оранжерее там огромные кусты, ну куда такие? А это вот такие для дома, маленькие, не крупненькие сорта. Красота получается. Все, друзья, на этом точно буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, всегда приятно, пишите комментарии. Ну и заходите почаще в мой канал. Когда вы заходите на канал, там есть плейлисты. И по темам можно посмотреть видео, которые у меня были до этого сняты. Видео очень много, поэтому ищите для себя нужную информацию, полезную, интересную. Смотрите в удовольствие. Ну а с вами была Ирина.
и канал «Цветочная симфония». Всем пока!